Мы научились общаться благодаря новым технологиям и находить возможности заботиться о своих близких в нашей динамичной жизни. Мы начали больше ценить роскошь личного общения. Благодаря новым технологиям наши родные всегда с нами. Мы поддерживаем друг друга. Ежедневный прием кардиомагнила 75 мг помогает снизить риск повторного инфаркта миокарда, повторного ишемического инсульта и тромбоза после операции на сосудах. Кардиомагнил 75 мг. Маленькие сердечки для больших сердец. Штаты.